Академики РАН отметили, что в регионе вместе с высококачественной медпомощью развивается и научное направление. Краснодарский край – передовой регион в области здравоохранения. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что для региона роль науки всегда была велика. И сегодня, учитывая цели национальных проектов, ее значение кратно возрастает. Для нас сегодня принципиально важно, чтобы медицина, которая в крае есть, она была доступна всем социальным слоям населения. Вот это тоже стратегическая сегодня задача. Но и наука, о которой мы в целом не можем сегодня говорить, конечно, должна быть прикладной. Она должна иметь прикладное значение, потому что здесь не только во главу угла ставится продолжительность жизни, качество жизни, о чем мы говорим. Сегодня в целом нужны результаты научно-технического прогресса. Сегодня нужен прорыв в сфере и экономики, и в других иных сферах жизнедеятельности. У вас уникальная модель. У вас, с одной стороны, широкопрофильная такая клиника, а с другой стороны, наука, которая по ряду направлений действительно является такой выдающейся в стране. И вот я бы хотел попросить, чтобы вы именно вот этот формат поддерживали, потому что этот формат достаточно уникальный, но не исключено, что именно вот в таком формате и наиболее такие интересные результаты по трансляции достижений наук в практику будут достигнуты. В кубанской медицине давно применяются современные технологии. Например, в краевой клинике имени Очуповского делают уникальные операции, в том числе с участием роботов. Вениамин Кондратьев также отметил, что сегодня упор пытаются сделать и на профилактике болезней. В станицах и поселках строятся центры здоровья и офисы врачей общей практики. Вы увидели кубанскую медицину, ту медицину, которая сегодня тоже отчасти, пусть не в полном объеме высокотехнологичная, но явно уже на пути к этому. И мы сегодня максимально прилагаем усилия, чтобы наша медицина стала высокотехнологичной хотя бы для начала в краевом центре. А там, где у нас сельскохозяйственные районы, ну, там мы должны максимально профилактировать, в том числе и различные заболевания вовремя. Первичное медицинское звено там должно быть очень активно представлено и тоже качественно представлено. Да, но на своем уровне, безусловно. Кубань вошла в число 32 пилотных регионов для внедрения нового проекта в школах. Так, 4 образовательных учреждения края получат статус базовых школ РАН. Вениамин Кондратьев поблагодарил руководителя федерального ведомства за такую возможность. Это позволит выявить талантливых детей со всего края.